приходит час, приходит миг, приходит срок и рвет. Обыкновенное чудо. Такое странное название. Если чудо, значит необыкновенное. А если обыкновенное, следовательно, не чудо. Разгадывая то, что вечно спойдет. Юноша и девушка влюбляются друг в друга, что обыкновенно. Ссорятся, что тоже не редкость. Вдруг умирают от любви. И тут сила их чувства доходит до такой высоты, что начинают творить самые настоящие чудеса. О любви можно и говорить, и петь песни. Ну а мы расскажем вам о ней сказку. Здравствуй, здравствуй, жена. Что с тобой? Кто посмел тебя видеть? Ты. Я. Не может быть. Что же я такого натворил? Подумай. Так чего ж тут думать-то? Говори, не томи. Что я натворил над утром в курятнике? А, ну так это ж я любя. Спасибо тебе за такую любовь. Открываю курятник и здравствуйте. Всех моих цыплят по 4 лапки. Ну что ж тут обидного? А у улицы, как у солдата. Дорогая, ну, милая, ну, все-таки я волшебник. Волшебник! Ну что? Утро было веселое, небо ясное, так и захотелось пожить. Ну и сделал, чтобы не полез, а не хозяин. Вон песок привезли, дорожки посыпали, тебя будто превратил в сахар. Ну какая же это шалость? Ну? Или тебя бы что-то узнал после аквара, превратил в сыр. Так не смешно. Я стараюсь. А теперь ты даже самым главным. Кого ты ждешь? Никого. Смотри мне в глаза. Смотрю. Так и как тебе нам сегодня ждать? Людей? Или привидения, чтобы поиграть с тобой в кость? Ладно, будут.
у нас сегодня гости? Ну, прости меня. Я домоседом стал. Брось, душа, чего-нибудь детского. Волшебного. Прости. Вот он у нас сегодня гость. Сейчас. Сейчас. Вот он! Ну, здравствуй, сынок. Thank you.
Впрочем, что-нибудь придумаем. Я всегда рад гостям. Но мы беспокойные гости. Да это черт с ним. Вы мне нравитесь, хозяин. И поэтому мы объясним вам, почему мы беспокойные гости. Можно? Пожалуйста, прошу. Thank you.
похожи? Сама не знаю. Я вдруг так изменилась за последние 5 минут. Ты совсем не узнаю себя. Боже мой! Ты совсем забыла о них! Тихо, на меня забыла за место! Давай встретимся с этим! Давайте. Он умеет остаться лошадей на почтовых станциях, добыть кареты, накормить всех нас.
хозяйка. Братишка у Бестрюка. Мы обещаем им дорогу, как черта моя мать! Да, вот она дорога. Кто-то делается тихим, я думаю, что, а кто-то грозный. Позвольте представить красу и гордость королевской свиты первую кавалерственную даму. Боже мой, так давно не слышно подобных слов. Очень рада. Черт побери. Фрейлина принцесса. Алисия, Аманда, Дорофея и... неважно. Простите, хозяйка, но я бы не себя! Его военное превосходительство, министр-администратор, не дал нам сегодня пудры, духовный флёр и глицеринового мыла! Я убеждена, что он продался этот туземцам. Поверите, когда мы уезжали из столицы, у него была всего-навсего картонка из под шляпы, который лежал бутерброд и его жалкие кольца. Да, не втроем мы до них! Того мы с ними на дороге! Повторяю, кальсоны! А теперь на плеца 33 ловца и 22 чемодана считает того, что он отправил на вас оплатить! И кипятить дверь! И говорить, может, ты а завтрак отбежь мне ужин! Но разве для этого мы покинули родной дворец? Скажите нам, пожалуйста. Он не хочет признать, что главное в нашем путешествии тонкие чувства. Чувство принцессы, чувство короля. Удовлетворены себе такой женщины. Деликатные, чувствительные, милые. Милые. Я готова страдать и спать ночами, умереть, даже потому, чтобы помочь принцессе. Зачем терпеть? Женщины никому не нужны. Уничтожительные мучения, затерявшего стыд. Верблюда. Не угодно ли вам помыться с дороги сюда? Мыла у нас нет. Это на все что угодно, сколько угодно горячей воды. Вы святая! Мы тут на скотчу стоим, на свое счастье! Куда идти? Туда, прошу вас. Хорошо, когда женщина есть.
самом деле. Мне так скоро придет. И не подумай, ты еще мужик, пожалуйста. Позвольте, а кто ваш муж? Волшебник. Предупреждать надо. В таком случае, забудьте о моем данном предложении. Я крайне годный человек, раскаиваюсь. И все. Однако, где же эти проклятые приговоры? Господа, не могу же я ведь забрать из вас по отдельности. И если вы будете умываться через мою голову, и я сниму от вас всякую ответственность. Честное слово, мне здесь очень нравится. Если он смотрит так славно, с такой любовью, что вся бы приморял. Ну хорошо, сеточка, я не сюда дома. Вам приятно держаться, что же у вас? Вот визит, да? А вы как думали? Порой! От семени до пят. 12 поколений и все изнутри. Сударыня! Никаких ног! Стой! Человек не
одиночества. Итак, была тихая-тихая лунная ночь. Но посмотрите, стекала вдали и наконец на лунной реке. Ни разу той поры не видела бедного мальчика. И вот жива. Спокойно и верно служу вашему величеству. Были бы счастливы после того, как он ускакал. Ни одну минуту за всю мою жизнь. Да? Вы тоже служите себе на плохие сударь. Докладывайте, любезный. Я? Да. Я считаю. Ох, боже, я неловкий. Прошу прощения, король, ей-богу, вот, правда. Быстрее, пожалуйста. Конечно. Я считаю, чтобы помочь принцессе, нужно выдать ее замуж за человека, показавшего свою практичность, распорядительность, знание жизни, ну и, конечно же, стоящего при короле. Вы говорите о плаче? Да что вы, господи, я... Со стороны вы его и не знали. Так вы знаете. Что ж, Аманда, ходите. Очень может быть, и как в тумане. Отчего же?
Почему?
почему. Замогло, потому что во мне тетя родная проснулась, дура неисправимая. Шляпу мне! Thank you.
я к девушке. Пошел задумавшись, иду и думаю, настал мой смертный час. А жить так хочется, а жить так хочется, а жить так хочется, как каждому из вас. Yeah.
все. Иду вас встретить. Я веду полюбили друг друга. Если вы поцелуете меня, то я прошу смирения. Я сам рад. Это не я, это все волшебник. Ему все это человечество. Но вы, верно, его так запутались. Это не я, это он. Вы и вдруг превратились в медведя? Да. На котором я вас поцелую? Вы будете молча бродить по комнатам назад вперед, никогда не поговорите с нами человеческим. А если уж очень надоем вам с этими разговорами, посадите на меня опять в дверь! Папа! 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 Ну что ж ты какая-то? Он едет! Он скорее едет! О, счастье! Совет? Это любовь? Ты дурачок. Почему дурачок? И то кричишь, как будто спать в окове. Что? Не может быть. Я привел их в эту уютную гостиницу. Завалил все входы и выходы с угробами. Я так радовался своей выходке, что вечный снег вот растаял. Ты не поцеловал? Ты... Трус! Как ты посмел не поцеловать ее? Не знаю, почему ты кончилась. Нет, не знаю. Ты не любил девушку. Неправда. Не любил, иначе бы волшебная сила безрассудства охватила бы тебя. Кто смеет рассуждать, когда высокие чувства овладевают человека? Внутриться и подниматься на небо из любви к истине. Солдат выбирает вверх ногами. Если ты кротик, люди сбрасывают королей с престола, приступи к ближе. Что делал ты, если ты с девушкой? Я отказался. Великолепный поступок. А ты знаешь, что влюбленно всего раз в жизни выпадает день, когда им все удается? И прозевал свое счастье. Прощай, я больше не буду помогать тебе. Живи, как знаешь.
Давайте не громко, да.
Спасибо.